Она пишет, что пыталась дозвониться 2 недели назад. Никто не сказал. Почему? Это иностранный легион, Готье, а не клуб. Но речь идет о моем брате. Он, может быть, уже умер. А у нас уже могла начаться война с арабами. Ты мне нужен здесь. Твой брат — это не моя проблема. И не твоя, к тому же. Ты отказался от своей семьи, когда записался в легион. Я никогда не отказывался от своей семьи. Никогда. Легионер, у меня нет времени на это дерьмо. Мне нужно повидать брата. Тебе нужно то, что я тебе скажу, понял? А сейчас, по-моему, тебе нужно 2 недели поработать как следует. Потяжелее, чем ты работал до сих пор. У тебя осталось всего 6 месяцев в легионе Готье. Смотри, чтобы они не превратились в 6 лет. Ты настоящий говнюк. Что, возникла проблема, сэр? Нет, нет, никаких проблем. Это пустынная лихорадка. Вот как называется эта проблема. Слишком много он провел времени под солнцем. Да, может быть, я могу рекомендовать ящик, сэр? Да, это может помочь. Пока не пройдет лихорадка. Прикрыть голову, легионер. Быстрее. Ремень. Come on. Иди сюда. Быстрее. Your hotel room is ready. Давай, давай. Come on. Ну. Oh!